Решение перейти дорогу в неположенном месте привело 48-летнего мужчину к тяжелым травмам и больничной койке. По предварительной версии, он, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, пытался перебежать оживленную проезжую часть на улице Гвардейская в неположенном для этого месте. Некоторые автомобили смогли остановиться и пропустить его. А вот водитель груженной «Газели» сделать это не успел. С очевидцами происшествия говорила Нафиса Минязова. Очевидцы вспоминают, во время наезда грохот был такой, что им показалось, будто это автомобили столкнулись. Но подойдя ближе, поняли, оказалось, что груженная «Газель» под управлением 23-летнего водителя сбила 48-летнего мужчину. Водитель, увидев пешехода, пытался затормозить, но не смог обмануть законы физики. На проезжей части остались следы его тормозного пути. Сразу после произошедшего свидетели происшествия подбежали к пострадавшему и начали оказывать первую доврачебную помощь. По словам очевидцев, пешеход переходил дорогу в неположенном месте. Выходил он прямо из этого двора. Одну половину пройти он все же смог, а на второй половине его встретил автомобиль «Газель». 48-летнего мужчину с различными травмами госпитализировали в больницу. Свидетели наезда также сообщили, что у пострадавшего было рассечение головы и кровотечение. Медики прибыли на место быстро. Мужчина на тот момент был в сознании, даже сам хотел залезть на носилки. Очевидцы говорят, что было так только потому, что он находился в состоянии шока. От него, рассказывают, сильно пахло алкоголем. У него была рассечена кожа на лбу, было кровотечение не сильное. От него исходил запах алкоголя. Но не это и не то, что пострадавший переходил дорогу в неположенном месте, не спасут водителя от привлечения к ответственности. Ему сейчас грозит ответить за то, что не смог предотвратить наезд на человека. Степень его вины будет определена после постановки точного диагноза пострадавшему. Нафиса Минязова, Адель Мулахметов, вызов 112.